tutti, benvenuti in questa bellissima piazza che per un giorno si chiama Piazza della Puglia. Хотела бы всех приветствовать вас здесь, на площади, которая в эти дни станет называться площадью Пули. Белиссимо! Грандиссимо! Италия, Россия! Вива! Repeat with me. Pizzica. Pizzica. The first step. Now you got the pizzica. You are a Apulian dancer. Whoa. Yeah. And smile.
senza la camicia. И чтобы перенести небольшую часть Апули в этот город. Это сказка. Ed è una favola interpretata da 22. Grazie. Fra 15 minuti inizia il film. Grazie a tutti e buona serata.
Я вам должен сказать, я был в Бари, это удивительный город, как и Апулия, с доброжелательностью, любовью к тем, кто приезжает, и вдохновителем, и началом всего того, что сегодня происходит здесь, то, что происходит в Манеже, явилась очень хрупкая, нежная, но очень красивая и умная женщина. Это Татьяна Андреаш, ей слово. Чао, Пуля, хочется сказать спасибо большое Ивану, Евгению, Грации, Антонио за сотрудничество, за эту поддержку, за то, что мы смогли организовать этот фестиваль впервые и на выставке «Бонжорно Италия» обязательно продолжим это сотрудничество и знакомить москвичей с культурой Апулии, этого прекрасного региона. Так что до новых встреч, мы не прощаемся ни в коем случае. Fino a che Mosca avrà degli amministratori e degli organizzatori così noi ci sentiamo a casa e benvenuti e continueremo a lavorare per la fratellanza che non è solo diciamo un valore è anche un valore culturale ma la fratellanza è un valore pre-economico economicamente penso che i nostri paesi possano collaborare nuovamente e corroborare le nostre antiche culture che sono così lontane ma anche così vicine dal punto di vista diciamo narrativo della storia e della capacità delle nostre dei nostri artisti che ringrazio tutti di dire qualcosa di bello a livello globale. Мы очень благодарны российской части организации за то, что мы почувствовали здесь себя совершенно как дома и надеемся на будущее сотрудничество как в плане сотрудничества культур, так и в плане сотрудничества экономического. Наши культуры очень древние, и российская, и итальянская, и они разные, но тем не менее в них очень много сходств у них. Va bene, grazie a tutti, grazie Tatiana, grazie Eugeni, è stato veramente sono dei giorni bellissimi, noi abbiamo narrato e riportato in Italia tutto ciò che succedeva qui, le nostre autorità, i nostri cittadini sono pronti a venire a Mosca perché anche noi con queste attività abbiamo creato una aspettativa su questo bellissimo paese che non è sempre così conosciuto dal punto di vista turistico. Adesso con il volo e con le nostre relazioni culturali abbiamo cominciato un percorso che sarà sicuramente lunghissimo. Grazie a tutti e buonasera. Спасибо большое всем еще раз. Мы надеемся, что этим событием мы открыли новые возможности для того, чтобы в будущем и апулийские граждане могли приезжать в Россию, и российские граждане могли бы приезжать в Апулию, и нас ждет много всего интересного. Бонжорно, Италия! Здравствуй, Италия! Италия! Мы вас ждем! Спасибо. Ну а теперь танец зажигательный. Можете что-то сделать итальянский какой-то?